Решил не переходить здесь. Так, возьму яхту. И получается, сейчас 7 вечера, да, завтра где-то через, ну, часов через сутки примерно, да, 7 вечера, пятница, ну, на самом деле, наверное, даже не в 7, а где-то в 5, в 6, где-то так. Ну, короче, после 5 вечера до 7, с 17 до 19 часов, это яхта будет в Калаисе. Все, берем. Вот, блин. Он еще и шире, чем обычно. Без неустойки не обошлось, причем сильно поцарапал. Да. Сразу прям скажу, неудачно. Зеленый уже, да?
чем дороже заказ, тем он сложнее. Вот здесь, например, еще и габаритность нужно учитывать. А я не учел. Так, как ехать? Как добираться? Добираться через Гамбург. Гамбург, Бремен, Оснабрюк, Гисбург. Дальше Калаис. А через Брюссель не короче будет? Так, через Брюссель получается короче. Брюссель, Лиль. 14 часов 44 минуты. Так, 14:56. Угу. Угу. 15 минут скостил. Ну, меньше, 10.
Так, теперь припарковаться. Это самое капец какое сложное здесь будет. Я вообще задом не умею с трейлером. Сейчас поманеврируем. Лучше, наверное, снаружи оркестровать. Хотя бы так. Продрых до часу. Ехать осталось 5 часов, а грузы ждут через 10.
Ну, груз они дождутся не в том виде, в котором он отправился. Вот, но тем не менее можно купить еще одну тачку. Чем больше водителей, тем лучше прибыль. Ну. Погнали. Стартануть не сможем. Пошло нарисовано вот это вот. Долго ж ты будешь заряжаться, а? Зарядился наконец-то. Вот тут надо осторожней. Так, где это я был? Непонятно где, но вон. Какая-то деревня, не без названия. Вот это называется переменная облачность. Туда-сюда, туда-сюда. Ветер, наверное, сильный должен быть. А я не вижу, чтобы был сильный ветер. Деревья не шевелятся вообще.
Блять. Как это понимать? Две ДТПшки. А чё это было? Нет, серьезно, собственно, я же вроде пёр. Знаков уступить дорогу нет. А вот у них есть. Вот. Нет, чё это за знак? Блин. А, есть, я его не заметил. Что ж поделать? Включаем дифференциал. Ну, вроде бы странно. Тихо ты! Не дуди. Так, сейчас отъедем. Яхты. Так. Вот так вот интересно произошло. Не лобовое, а боковое. Да, интересно, интересно. Так, проехать главное можно и нормально. Но на самом деле странно, как это, что это такое было. Там всех неприоритетно. Вот в Рязани тоже есть такой перекресток рядом с моей работой. Там постоянно были ДТПшки. Сейчас там, когда подъезжают буквально на 30 километров, и все останавливаются и... Реально устанавливают визуальные контакты и машут руками. Светофор поставить нельзя, дорого. Вот, ну... Сейчас так вот... Посмотрим, что мы разбили. Шасси... И кузов. Ну, значит, надо шасси и кузовной. Погнали. Главное сейчас еще не перевернуться. Главное, яхта уцелела. Ну, во всяком случае, не хуже, чем было. Ух. Брюссель. Опять он? Нет. Вот такого цвета хочу, кстати, тачку, да? Следующую. Ну ладно, погнали. Кстати, такое же Volvo, да, Volvo такого цвета хочется. Поцарапал яхту. Ёбнулся в ДТПшечку на развязке. Ну и ну. Ого, тут ограничение 90. Повеселимся. Вежлив. Вот что было на дороге написано в моей деревне, где я вырос. На выезде из деревни. Вот чего мне не хватило. Но на самом деле у меня мышка, а мышкой неудобно вот так вот, знаете. Надо передачи настроить на мышку. Точно. Слушайте, хорошая идея. Нужно в настройках, в клавишах и кнопках. Дополнительные, так, Shift и Ctrl у меня, передача вверх-вниз. Камера. Вот она, да.
О, можно управлять радио? Неплохо. А как же передачами управлять? Приборная панель, навигатор, дисплей. Так можно? Ничего себе. Ого, головной... А, нет, ну да. Поворотники, вот поворотники, нафиг они. Все под левую руку надо настраивать, а под правую как бы... Тормоз прицепа еще есть. Так, это значит... Тормоз, торможение двигателем, пневмосистема, ретардер, четвертый вид тормоза, это получается прицеп. Вот. Правый контрол, правый shift, передача вверх. Вот я буду колесико мыши вверх. Ага. Вверх это... Блин, у меня странная мышь, наверное. Погнали. Дальше. Попробуем заодно. Ага, работает. Так, мне надо перестроиться, простите. Shift-Control я уже привык. Я вот что думаю. Круиз-контроль, да? Повышение, понижение. Есть такое. А вот я как раз и... Повышение. Так, снижение вниз, вверх. Вот так. Ага. Да. Ну, просто как бы, чтобы больше было под рукой. Погнали дальше. Продолжаем. Я стал вежливый.
удобно. Че ж вы фары-то не включаете? Так, вон там скорректированный маршрут начинается. Так. 5 часов вечера, туманище адский. Так, ну что, у меня вот эта компания такая, которую я тут качаю, да, она развилась настолько, что мне неохота слезать на новую тачку. Я обычно, когда покупаю новую, на нее пересаживаюсь. Вот, а тут заработал быстрее, чем захотел с этой слезать. Вот и тоже приборка хорошая такая, уютный салончик. Не знаю. Ой, я во Франции. Так, можно круиз-контроль разгонять потихонечку. И дождь. Так не видно ничего. Полтора часа ехать остается, кстати говоря. Кстати, заметьте, какой баг. Капли. Вот это же хрень сетчатая, она же внутри. Капли. Над ней, то есть она прорисована на стекле, причем над стеклом. И, соответственно, дождевые капли попадают между ними. Это неправильно, на самом деле, бага.
не притормозил. А, вот этот знак он не туда показывает. Ёлки-долки. Это я тормоз. Впрочем, в этом никаких сомнений. Я в Брюсселе. Так. Странно. Я же его проехал. Почему у меня указатель был, что я в Брюсселе? И Лилья тоже проехал. Хотя, когда я успел? Чуть я даже не заметил, на самом деле. Ну ладно. Ни одного светофора. Я сейчас к Калайсу подъезжаю. Почему указатель, что я в Брюсселе? А, это указатель, куда надо свернуть, чтобы туда попасть. Понятненько. Дорогу. Наступаю.
Странно, я просрочил, получается. Думал, до 7 доберусь, не добрался. Эти кругляши, которых в Англии полно, терпеть не могу. Сервис. Нет, салон. Сервис там соседняя улица. Так, ладно. Хотя. Что это? Нет, это ман. Салон ман. Угу. Я так понял, это была яхта директора? Ну, в смысле, я не была, это яхта директора? Я царапнул. Подпустись сами. Новый уровень. Надо загнать в сервис тачку. Так. Вот он. Погнали в сервис. О, у меня бабла-то до хрена. Погнали, съедем в сервис.
дорогу. Слушайте, а не видно же ни хрена. О, отражение в зеркалах зависит от... все равно слабо видно. Починим шасси. Кузовной. Ну, потер я слегка этот самый прицеп. Ну ладно. Прицеп, за прицеп я неустойку заплатил, так что можно и кузов починить. О, как хорошо. Так, нужен освежитель воздуха повесить. Чисто потому, что у меня в комнате воняет носками. Ох, ё. А куда его? А, вот сюда повешу. Синий, под цвет тачки. О, хорошо. Так. Что-нибудь вот сюда. А. Так, Даш. А на нее? О. Блин, ну чё, я ботаник, что ли? Салфетки? Пусть будут салфетки. Хотя тоже странно, но с другой стороны логично. И сюда чё-нибудь. Рисуйте, зачем? Это? А зачем мне тетка? Во, ну вот. Типа заказы принимать. С виндой. С десяткой. Значит, тормозной. Не, ну не знаю. О, Ася. Капец. Блин. Во! Охренеть, 1500 мужик стоит. Нет, извините. Чё-то мне это не нравится. Карта. Водичка. Чипсы. Пойдет. Дешево. Нормально. Жить и выглядит. На 4 часа нужно заказ еще выполнить какой-нибудь.
Только не в Англию. 18 часов. Нет, далеко. 10 часов тоже далеко. 12. Нет, ну 4. 4 часа. 9. 5. Ну, в Роттердам, что ли? 8, 7, но тут с переправой. Во, вот это пойдет. Но тут стоимость переправы еще. 15 тонн уксуса. Ну, поехали съедем. Хотя... Там правостороннее это. Так, а расстояние по возрастанию самое маленькое из Калайса. Вот сюда, 3. Остальное больше. О, а я вот тут был? В Давир не был. И так я все равно в нем не буду. Плаймонт, Давир, два города. А, вот еще. Эдинбург. Не раскрыт. Ну, можно раскупорить Англию. Потому что тем более, что Франция вся раскрыта. Вот. Все тут. Да, можно в Англию сгонять. Там и отдохнуть можно во время переправы 15 тонн уксуса. Погнали. Куда тебе, блядь? Как они достали. Блядь. Нет, ну я не понял. Ну как это так получилось? Он что, не видел, что ли? На таран шел. Одно дело, я не видел, но я выехал, прям, ну, блин, не заметил, как он ко мне подкрадывается, засранец. Ай. Опять в сервис ехать. Хрен. Кого штрафанули за это, интересно? И как сделать навигатор так, чтобы он отображал, так сказать... Отображался маленькой вот такой вот строчечкой. Вот здесь был же какой-то мод. Ну, если это был мод... То здесь я ничего не найду. Нужно перестроиться.
Вот я вижу его, я его вижу, но мне похрен. Ну да. Погнали. Справа, слева никого. Тоже свет неплохой. Thank you.
порт. В Англии, блин, я и так езжу плохо, в Англии еще собьется право, лево, лево, право. До сих пор выезжаю из месяц, наверное, гонял по выходным. В Англии теперь до сих пор, когда выезжаю, блин, постоянно на встречку норовлю попасть. Это здесь лагает. Все рывками, не плавно. FPS сильно падает, конечно, здесь. Погнали в Довер. О. Все-таки я буду в Довере. Груз поврежден? Пока нет. Ну, в ДТПшечку я, конечно, попал. Но надо сервис будет загнать потом, как приеду. Как отсюда выехать? Видимо, вперед. Ну, в принципе, в Англии, конечно, это не очень необходимо, но... Оставлю только крышу. Это я через Ла-Манш, похоже, сейчас прошел. Нет. Странно. Плохо географию учил. Так, это уже Англия, поэтому... У них тоже туман. Твою мать.
Какой-то цвет офигенский. Вот такой я хотел. А Ивека все-таки у меня слишком желто-зеленый. В зелень ухнется. Ну ладно. Я на нем уже отъездил. Учитывая, какое здесь туманище, тут без переднего освещения, в принципе, как бы атас, просто беда полная. Все поярче. Хотя... Нет, он просвечивает дальше. А тут вообще нужно, да? Ладно, все.
так здорово управляю скоростью не через газ-тормоз, да, ну точнее газ-тормоз, но акселератор и торможение там, двигателем, ретардер, прицепом и пневмосистема, а исключительно через круиз-контроль. Ну, передачи тоже, конечно, я перетыкаю, но то есть круиз-контроль и передачи. Уйди в туман. Ну и куда ты ушел? Еще простите за дальний свет, мне просто ни хрена не видно в этом тумане.
кстати, случайно сбросил круиз-контроль. Хотел поворотник включить, не ту кнопку ткнул. Тут можно идти, в общем-то, суточку. А, не, нельзя. Больше 90 круиз-контроль не выдает. Стопы загораются тоже автоматически при торможении с помощью круиз-контроля. Логично, логично. Немцы молодцы, хорошая точка. Причем они все, наверное, одинаковые, как близнецы. Реализация просто разная. Это как стандартизация. Жалко, что в программировании стандартизацию забывают. А тут все одно и то же сделано просто по-разному. Это как Unix и Linux. Вроде бы интерфейс почти одинаков. Но все-таки в Unix он более такой, менее модный, но более стабильный. Полковнику, блин, надо. Впрочем, уже не надо. Так, надо карту посмотреть точнее, чтобы понять, куда мне
Кругляш, а потом направо. Угу. Салпан. Чё ж паромная переправа была такая коротенькая, что не успел выспаться. Или это не паромная была переправа? Ага, хотя нет, вот он Силкон. Надо заехать в сервис опять. Что у меня с топливом? Ну, отлично, нормально. Так, двигатель и колеса. Двигатель дороже, серьезней. Какую-нибудь безделушку тоже в честь ДТП. Или ступеньку поменять можно, но менять ее зачем? Бесполезно, а то ковырно давай внутрь залезу. У меня вот здесь есть дэш. Здесь в него можно положить что-нибудь накладное. Не, они торчат как-то не очень. Баночку с чем-нибудь. О, курила.
Ну, надо отдохнуть. Так, вот здесь есть гостиница. Вот здесь погнали. В эту гостиницу, так сказать. Зараза. 5 раз shift нажал. Что ж они отключаются-то, а? Я так понял, сигарета сгорает, когда на нее смотришь. Или нет? Часа до отдыха, что он зевает-то? Такой же точно ман, только не утюнингованный. Отдыхаем. Одиннадцать утра. 320 тысяч евро. Хорошая тачка была, но я пойду куплю еще одну. Покупка грузовика. DAF. Я когда заказы агентства выполнял, DAF очень часто был. Когда пиратил, был очень часто Volvo, но это было давно. Это и очень недолго. Вот, по этой причине можно, я думаю, DAF отложить. Ман Ивеко ездил. Желтый, синий, оранжевый, зеленый, красный. А вот Volvo у меня не было. Так, здесь есть вот салон в Лондоне, онлайн, но уже можно. Что-нибудь такое бирюзовое. Во, вот такое вот, вот да, вот это вот, это как раз. То, что в меня въебалось. FH Classic, 4x2. Правый? А почему правый? Левый же нужен, ладно. FH просто. FH16 Classic. О, сколько тут колес. Четырехосное шасси. Ладно, хорошо, берем вот это и меняем конфигурацию. Мне цвет просто нравится. Так, вот у этих кабинка такая плотная. Да? Ага. Вот, это FH. А FH Classic, у них у всех кабинка такая, с другой приборкой. С такой
Вот эта приборка мне, кстати, больше нравится. Она какая-то более душевная, но менее такая, менее блатная, то есть менее дорогая на вид. Ну, бывает, но я все-таки возьму вот этот DPH. Изменю конфиг так, чтобы можно было... В общем, чтобы это был внедорожник, до состояния внедорожника. Так как в Италию это пойдет. Смотрите, какая красота. Так, кабина вообще влияет на внедорожное качество? Ну, я не знаю, не влияет. Ну, как она может влиять на внедорожное качество, правильно? Поэтому я оставлю дефолтную. Так. А вот шасси интересно. До хрена шасси, вариантов шасси, да? Ну вот это внедорожное качество повышает 6/2. Это ничего не влияет. Так, смотрите-ка. Вообще ни на что не влияет. Разные колеса просто. А, 4 ведущих. Две ведущие оси, что ли? А, глядите-ка. Здесь... Ага, вот тут больше колес. Теоретически оно должно тянуть больше по грузу. Качество это, я не знаю, улучшает, уменьшает, не влияет. Значит, возьмем то, что дешевле. Тут колес меньше. Возможно, другое устройство, меньше колес, значит, легче. Нормально, значит, это оставляем. С подъемной осью маневренность повышается здорово вот у этого варианта. Да. Значит, этот вариант ставим. Нет, маневренность снижается. Так, тяжелые или все-таки маневренные? Тяжелые, маневренные, с тяжестью там ничего, вот пусть маневренность будет лучше. Да. Вот это. Не, вот это. Так. Вот это. О. Внедорожные качества у этого гораздо лучше. Но маневренность отпадает. Зато тяжелые перевозки. И вообще-то хочется на таких тараканах покататься, так что поставлю это. Ладно. Здесь, конечно, ох ты ж ё. Ну, понятное дело. Много осей. Большой вес. Две ведущие оси, осей 4, ретардера нет пока, колесная база. Так, предаточное число, мощность двигателя пока не очень большая на самом деле. Вот, но тут, конечно, да. Здоровая штуковина. Перейдем к выбору двигателя. Ну, уменьшение лошадности ни к чему не приводит. Улучшает обычные перевозки, но нет, ладно, вот этот лучше. Так, а этот ничего не меняет. И объем у него... Так. Ладно, буду молча.
ниточка получится совершенно неманевренная. И очень дорогая. К обычным перевозкам совершенно не приспособленная. В городе на ней не развернешься. Зато тяжелые перевозки, внедорожные качества. Ну ладно, я хотел внедорожник сделать, но по Европе пока Россию не поставлю. В принципе... О, неплохо. Дорогущая получается точка. Семьсот лошадей, охренеть. Кстати, количество лошадей вот здесь отображается и меняется в конфигурации. Забавно. Но 750 лошадей это сильнее, чем Freightliner, это сильнее и круче, чем ман, на котором я только что был. Ну, сразу видно, тяжеленная штука. Значит, на тяжелые штуки буду. И в хвост, и в гриву, так сказать. Мощная точка. Так, трансмиссию выберем. Чтобы она повышала внедорожные качества. О, вот это отличный вариант. Трансмиссия отличная просто. Не. Преодоление подъема в тяжелые перевозки на всю. Блин, нет, но все-таки внедорожник лучше пусть будет. Соответствующее. Похоже, я очень хорошо прокачал свой левел, и как бы идет к концу сезона это завершение игрушки. Неплохо. И подъемы преодолевает, и внедорожные качества, и тяжелые перевозки. Но, увы, обычные перевозки на этом не очень хорошо идут, и, соответственно, маневренность тоже. Поэтому... Лучше не брать, так сказать, какие-то региональные дороги, лучше не составлять, потому что на этих региональных дорожках будут постоянно какие-то траблы случаться, загвоздки, это все очень, блин, не быстро работает, и... А что меняется? Что такого эксклюзивного в этой отделке? Другой цвет? А, цвет неплохой, да. Хорошо. Так, цвет кабины. Ну, вполне ничего так. Не буду даже менять. Мне нравится вполне. Так. Цвет хорош. Так, что-нибудь из необходимости... Самые дорогие колеса я ставил, я попробую самые дешевые. И посмотреть, что изменится. Да. Ну, тут дешевле нет ничего. Колпака вообще, самый дешевый колпак, это если нет колпака. Бою, упрощенные боковые юбки, вот это, да, это неплохо. Так, самую дешевую резину. Но тут дешевле некуда. Здесь тоже. Посмотрим, что будет. А, спринтер, самые дешевые диски. Самые дешевые резины. Ой-ой-ой, ну да, хотя на такую тачку, конечно, дешевую резину-то ставить как-то обидно, но ради эксперимента. Все. Они даже выглядят как-то так себе. Ступенька?
Интересно, кстати, можно вот такую ступеньку раскрашенную в цвет кузова, да? Хорошо, что заработал побольше. Пусть будет хром. Пластик — это ненадежно. Пусть будет хром. Так, зеркала, краска, хром. Ну уж точно не пластик. Что у нас здесь? Так, табличка номер 8. Так, это надо из кабины смотреть на самом деле, как оно здесь. Тут обзорность чуть лучше. То есть здоровенный, кстати, да, там полочка какая-то даже. И спальное место прям комфортное, прям. Так, ну тут только заводской. Навигатор тут есть. А в кабину ничего ставить не буду. Пока. Ну пусть новый будет. Так, мне нужна мигалка на самом деле. А, и раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, новенькая что-то открылась. Хе-хе, да, открылась новая. Это круто. Я, похоже, все раскупорил. Все какие ограничения были. Вот я их все открыл. Так. Вычтинг. Здесь поставлю. Такие вот фары, да? И мигалки. Ну, одно. Они, в общем, хреново смотрятся, на самом деле. Как-то уродски отрисованы, поэтому много их ставить лучше не надо, чтобы они вид не портили товарный. Не, лучше даже, наверное, вот так. Мигалку спрятать, чтобы ее хуже видно было. Вот. Кенгурятник. Вольво и так агрессивно выглядит, поэтому необходимость в кенгурятнике не вижу. Защита бампера. А, еще не все, значит, открыл. Пусть будет викинг. И в принципе кенгурятник, если не нужен, есть защита бампера. И на защиту бампера можно. Вот так. Ну что, мне все нравится. Дорого, очень дорогая штука, с очень дешевыми колесами. Посмотрим, что из этого получится. Так, а теперь нужен персонал. Так. Себя я назначу на итальянский гараж, на вот эту новую тачку. Так, а теперь нужно кадровое агентство.
Ого, 5,8 левел. Ну, значит, не раздумывая. Хотя на самом деле левел это не важно. Как показала практика, меньше левел может работать лучше. Поэтому нужно считать вот эти штуки. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16. Так, 16. А у этого 6, 12. Так, 5, 4, 9, 10, 15, 16. F. Да. Я так понимаю, это фотографии разработчиков. Кстати, я не поставил переднее освещение вообще. Так, ну что, отработаю чуть позже этот денек. Ну, прокатиться надо. До заказа. Будем брать самые сложные, так сказать. Например, по весу груза, да? Самое тяжелое. Что здесь самое тяжелое из Милана? 24 тонны шоколада. Конечно, вот здесь очень тяжело будет на нем ездить. Не, давайте лучше. Самое дорогое. 5 тонн медицинских вакцин, хрупкий груз и дорогостоящий. Рискнем. Сейчас возьму, прицеплюсь и остановлю запись. А доеду потом. Ключик. Вау. Какая иллюминация блатная, да? Сразу видно, тачка пролетает. Это танк, это не... я не знаю что. А что это такое за... С. А, это как на Фрейтлайнере было. Интересная, кстати, была тема, смотрите. А, это он под действием силы тяжести, похоже, начал падать, да? Поехали, развернемся и посмотрим. Ох, вот это звук. О, да у него еще и оси поворотные две. А подъемные? Внутренняя, значит, поднимается. А индикация? Есть индикация. Вот оно, ось поднята.
странное, тут два значка бензобака. У него два бака, что ли? Да, индикация здесь. Ну да, тачка мощная. Поехали. Ну, абсолютно не маневренная. Я прямо чувствую, как я не могу им управлять. Это танк. Грёбаный танк. Просто кабина знакомая, а так это танк. Неуправляемый. Докачался, надо бэкап сделать. Это вот этот итальянский гаражный кооператив. Бесшумным это тоже не назвать. Надо поднять ось. Быстро так провернуть здесь нет, не получается. Может, он тяжелый. Тяжелый груз, конечно, возит хорошо, не спорю. Но чисто просто взять и по улице проехать, ну, может, с непривычки, но прямо чувствуется, как он ползет. Ему гусеницы еще поставить, и будет прям танк. Ну, конечно, цвет приятный, да. Дюссельдорф Logistics. Компания Дюссельдорф Logistics. А, я скримеры не поставил. Ну и хрен с ними. Потом поставлю, кстати, после ДТПшечки. Я обычно покупаю себе какую-нибудь вкусняшку. Вот, и поставлю скримеры. И конгурятник. Влетать в повороты тут страшно на этом. Простите, пожалуйста. Ого, тут индикация расхода топлива даже есть. Да, блатная тачка. Скания и Вольво, это похоже. Самые блатные тачки это игрушки. Рычание, конечно, у него тоже грозное. Ему не нужны скримеры. А, вот здесь есть индикация тормозной магистральки. Да, здесь не нужен пневмосигнал. Два раза на газ нажал, и все, все разбегаются.
конечно. А, индикация ретардера тоже есть. Хорошо здесь с индикаторами. Да, вот с тормозами не очень. Я бы сказал, с тормозами здесь ужасно. Потому что вообще никак. Зато салон из коробки удобный. Даже ничего не настраивал. К ним лучше близко не подъезжать, потому что если они резко остановятся, я не остановлюсь. Слушай, вот это новенький индикатор. Вот о чем я и говорю. Превышать на этом вообще опасно. За что? Сюда? Может быть. Или превышение, не знаю. Погнали. Как на пазике, блин, честное слово. Вот ощущение, как будто на пазике еду. Так разогнаться, что... Новый заказчик. О, а как же я сюда заеду-то? На этом. О, какой... Реалистичный мужик. Самое дорогое. У меня, наверное, самое дешевое. Ну ладно, я пошел уже самое дорогое, так самое дорогое. Медицинские вакцины в Париж. Нифига себе цена. Надо отдохнуть перед поездкой. Так, где они там?
5 тонн. Тачка, которая может утащить тонн 50, используется для того, чтобы переть 5 тонн. Да вы чё? Ого, тут 4 передачи вниз. Неплохо, ну назад в смысле. Представляю, как охренели те, кто заказал эту перевозку. Такой танк приперся, чтобы 5 тонн довезти, это же практически минимум. Минимум. Тем не менее. Да. И колеса дешевые. Да, комбинация интересная. Ну ладно, надо прерваться.